Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я расскажу вам о дате выхода iOS 13.3 Beta 4. Итак, что нам об этом говорит? Я увидел сообщение такое, то, что они говорят, они просят свои извинения, так как у них День Благодарения проходит с 23 ноября по 1 декабря, они будут выходные. Значит, если сегодня, 28 числа, у нас не будет релиза, вот на момент записи это без 10:02 у меня ночи, если сегодня днем я до конца, скажем, дня, то есть часов 10 вечера не прилетит бета 4 iOS 13.3, значит, нам ее следует ждать 2 декабря. Вот конкретно 2 декабря у нас должна прилететь эта бетка. То есть раньше точно никак не будет, там уже будут выходные дни. И по самому сообщению можно понять, что все-таки наступит дата именно 2 декабря. То есть все склоняется к этому. Если не сегодня, 28 числа, значит, это будет 2 декабря. Вот. Что следует здесь ожидать? Я думаю, никаких багов я не заметил в третьей бетке. То есть наоборот, только улучшена батарея. И будем как бы ожидать того же и от беты 4. То есть это нововведения никаких не будут внесены. Будут подведены более такие коррективы под систему. Под каждое устройство батарея держит по-разному. И как бы если есть какие-то баги, то они опять же на разных устройствах. Все идет по-разному. И никаких нареканий я здесь не заметил. Вот. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях. Всем пока.